Рассказывать о трендах сезона можно бесконечно, ведь их очень много, и каждый дизайнер трактует их по-своему. Сегодня мы представим несколько идей для нового сезона, с которыми легко и стильно можно перейти из лета в осень. Тренд этой осени – песочные оттенки. Они показаны в бежевых песочных тонах, коричневых, шоколадных, переходит в леопардовый принт, также клетка. Можем видеть их в виде молочных фактур, полоска серо-коричневого оттенка и также уходит в рыжие терракотовые цвета. Терракотовый цвет в этой коллекции сочный, динамичный, и его можно носить как самостоятельно, так и в деталях осеннего гардероба. В осенней коллекции изумрудный цвет ЭДМ представлен в различных фактурах, в платьях, в блузах, от гладких до кружевных, жакет в стиле Шанель, который можно также сочетать с простой черной юбкой-карандаш. Можно представить вот такую блузу из мягкой кружевной испанской ткани. К блузе идет топ из креп-сатина, который может стать самостоятельным изделием. Его можно носить просто под жакет, а блузу тем самым комбинировать ее с другими вариантами, например, каких-то топов. Если говорить о принтах осенне-зимнего сезона, обязательно стоит отметить графические решения. Клетка и полоска в коллекциях осени представлены во всем своем многообразии. Очень много в этом сезоне клетки. Клетка представлена в разных вариациях. Например, такая гленчик, виндзорская клетка. Клетки много, мы ее видим и в классических жакетах, в туниках, в платьях. Например, вот такая вот бежевая фактура. В этом сезоне также актуальны полоски. Представляем вот такую блузу из разной цветной полоски. Диагональная, крупная, мелкая. Очень нежная ткань по фактуре. И хорошо смотрится на фигуре. И еще одна модель. Платье в полоску. Платье-рубашка. Интересно тем, что здесь комбинирована полоска. Интересно выполнен рукав, манжет на рукаве. За счет продольной поперечной полоски силуэт дамы стройнит. Это платье можно представить как самостоятельное платье под ремень, либо просто в свободном силуэте, и одеть его с брюками. Дизайнерские идеи с элементами викторианского и готического стилей, которые вдохновили многих дизайнеров, обещают быть актуальными на протяжении нескольких ближайших сезонов. Приметы этих стилей – кружево, блузы с оборками, глухие застежки на все пуговицы и броши под воротник. Модные эксперты прогнозируют наличие элементов викторианского стиля на несколько следующих сезонов. Это такие элементы, как жабо, манжеты, рюши, броши. Все это присутствует уже сейчас в новых коллекциях осени. Конец лета и начало осени – время изучать модные тренды непосредственно в процессе шопинга, постепенно разбавляя обновками все то, что осталось нам с лета.